Поздравляю с первой победой на турнире. Команду хорошо вашу знаем. Тем не менее, перед игрой кому-то напоминали правила. Как давно собирались таким составом именно на песке? Ну, последний раз у нас было летом, в прошлом. На том же чемпионате СВЛ. Тогда мы последний раз не собирались на песке. Я, наверное, не знаю, может, в декабре поиграл пару матчей и все. Насколько комфортно при таком условии команда себя сегодня чувствовала? Ну, первый матч, он тяжелый. Всем нужно вкатываться потихоньку. Тем более еще нововведение. Для вратаря вообще сложно у нас. Так он не особо с правилами справлялся перед этим. Сейчас еще тяжелее надо будет ему. Про 4 секунды не забывать. Не знаю, потихоньку, я думаю, вольемся. У нас сейчас еще приедет наш калининградский друг. Электричка наша, может, поможет нам. Первая игра как раз сразу с таким боевым соперником получилась. Наверное, одна из самых сложных игр в этой группе. Что можешь по ней сказать? Ну, соперник хороший. Я знаю, там пару ребят тоже там играли в пляшку. Поэтому, да. Я думаю, они как раз-таки и вели игру. В принципе, так, такой счет равным там был. Хорошая команда, боевитая. Поиграли, пободались. Вот, посмотрим, как дальше будет. Наверняка с выходом из группы проблем не будет. В прошлом году второе место заняли. Есть ли желание в этом году поднять кубок? Мы поэтому и заявили, чтобы вернуть, так сказать, должок, постараться занять первое место. Посмотрим.